Привет, друзья! Меня зовут Юля, и вы на моем канале «Сладкий персик». Недавно мы с мужем отметили 11-ю годовщину свадьбы и полгода, как в нашем доме вместо утюга появился парогенератор. Подробный обзор на него уже был, еще в ноябре того года. Он есть на канале, если вдруг кто-то не видел, но очень хочет посмотреть, ссылку на обзор оставлю в описании к этому видео. А сегодня я хочу поделиться своим отзывом об этом парогенераторе спустя полгода его использования и рассказать о том, какие есть нюансы в его эксплуатации. И отвечу на ваши комментарии и вопросы, которые вы оставили еще под первым обзором. Напомню, что у меня парогенератор Браун, линейка Care Style 7 Pro, полное название модели написано вот здесь вот в титрах. Вещь в хозяйстве очень нужная, обязательно смотрите видео до конца, потому что в конце будет промокод на хорошую скидку. Итак, первое, где храним? Если честно, когда у меня только появился этот парогенератор, я немного переживала, где же я его буду хранить, потому что у нас и так небольшая квартира-студия, и места для хранения совсем немного. А парогенератор, на первый взгляд, места занимает больше, чем обычный утюг. Но на практике это казалось совсем не так, и посмотрите, как компактно парогенератор разместился у нас в шкафу. Раньше здесь стоял утюг, теперь его место занял парогенератор, и утюг, кстати, мы отнесли на чердак и больше им не пользовались. Второе. На чем гладить? Есть мнение, что для такого парогенератора нужно обязательно покупать специальную гладильную доску. На самом деле это вовсе не обязательно. Мы гладим на своей обычной, прошлой гладильной доске и специально под парогенератор ничего не покупали. Вопрос из комментария. Подскажите, пожалуйста, какую воду лучше заливать в парогенератор? Тут все зависит от жесткости воды у вас в квартире. Вообще, если вода у вас довольно мягкая, то наливать воду можно и из-под крана. Если же вода жесткая, то вот тут уже есть нюансы. Почему? Потому что жесткая вода может образовывать накипь и испортить вам и саму технику, и оставить некрасивые пятна на вашей одежде. Поэтому, если используете жесткую воду, не забывайте, пожалуйста, почаще чистить прибор от накипи. Тут, кстати, есть эта встроенная функция. У нас вода довольно жесткая, поэтому мы наливаем воду из вот такого вот кувшина с фильтром. Давайте еще посмотрим, что нам говорит сам производитель. Открываем инструкцию, и здесь есть прям отдельный пункт про воду. Если у вас очень жесткая вода, то мы рекомендуем использовать смесь, состоящую на 50% из водопроводной воды и на 50% из дистиллированной. Это такая специальная вода, может быть, вы ее видели в магазинах, которая продается для утюгов и для парогенераторов. И ни в коем случае не используйте неразбавленную дистиллированную воду. Не применяйте каких-либо добавок, например, крахмала, и не используйте конденсат из сушильного автомата. Следующий вопрос из комментариев. Сколько времени нагревается утюг? Можно ли гладить без пара, например, если вода в станции еще не нагрелась, а гладить нужно срочно? Про время нагрева. Станция нагревается быстро. Точное время я не засекала, если честно, но буквально там пару минут. И когда вода нагреется, станция издаст звуковой сигнал, вы это точно не пропустите. Я знаете, как делаю? Пока станция у нас нагревается, я раскладываю футболку или рубашку, ее же тоже нужно разложить на гладильной доске. И пока я это делаю, станция уже пропищала, и я беру утюг и начинаю гладить. Ну, то есть, очень быстро. Можно ли гладить без пара? Можно, но зачем? Если можно подождать пару минут и гладить уже с паром, ну, это же эффективнее. Вообще, пар можно не включать, если он вам вдруг не нужен, вы противники пара, и использовать станцию как обычный утюг, но имейте в виду, что воду в бак все равно придется налить, иначе станция у вас просто не включится. И еще интересный вопрос из комментария. Кнопка с каплей не нажимается? Речь идет о вот этой вот кнопке. Она и правда не нажимается, потому что это не кнопка вовсе, а индикатор запаса воды. Когда вода в баке закончится, кнопка у вас загорится. И еще один комментарий, который буквально бросил мне вызов. Надо на пересушенном льняном постельном белье пробовать. Правда, постельного белья у меня нет, но есть вот такие вот льняные мятые брюки моего мужа. Мне кажется, они достаточно мятые. Давайте мы с вами их сейчас вместе погладим. Мы с вами бак наливаем в воду. Ставим. В
Включаем. Как раз пока станция нагревалась, я разложила брюки. И теперь начинаем гладить. Еще раз посмотрите, какие они мятые. Просто с первого раза разглаживает лен. Ну, обычный утюг без пара, мне кажется, с этой функцией справляется намного хуже. Вы посмотрите. Еще раз скажу, напомню, что у нас на канале уже выходил обзор этого парогенератора, и там мы подробно разбирали и показывали каждый режим. Обязательно его посмотрите, оно очень интересное и подробное. Ссылку на него я оставила в описании к этому видео. Посмотрите, это идеально. Мне кажется, обычный утюг лен так никогда не погладит. Брюки у мужа, это брюки мужа, они достаточно плотные. Мне кажется, что постельное белье из льна, оно примерно такое же по плотности, поэтому на ваш комментарий я ответила. И последний на сегодня вопрос из комментария. Тема очень важная в хозяйстве, благодарю за обзор и хочется узнать, где заказать и цена, пожалуйста, подскажите. Ссылка на этот парогенератор есть в описании к видео. Там же вы можете найти промокод на скидку в текстовом виде, который вы можете скопировать и вставить на сайт при покупке. Промокод Brown Persic в корзине даст вам дополнительную скидку на парогенератор и не только на него. И для удобства всю информацию я продублирую в комментарии к видео, чтобы вы точно ничего не потеряли. Если у вас еще остались вопросы по этому парогенератору, жду вас там же в комментариях. Всем пока!